ребят, привет. Обещал вам показать температурку. Что получается в печке, да? Сейчас, наверное, на ходу. Короче, вот, там 70 градусов, но оно прогреется 75 максимум. Вот что получается на выходе из печки. То есть 44... 45 градусов. Так, смотрим, потихонечку прогревается. 73, 47 градусов. Пум-пум-пум-пум-пум. Этот вентилятор стоит на первой скорости. То есть маленькая дуйка на улице, там, ну, где-то около нуля. Ну, 48 градусов. Ну, давайте поедем. Ну, видно, датчик опущенный просто в воздуховод. Термостат пошел закрываться, вот этот, вернее, он открылся и теперь будет держать. Ждем закрытия, и вот температура, то есть вот у нас максимально 54 градуса получилось, да? Это на скорости, то есть печка прогоняется. Вот теперь попробуем поставить термостат, который держит 90, и посмотрим, что получится. На приборке это примерно вот такая температура. Это вот с тем термостатом, который у нас сейчас. То есть видно чуть-чуть там на миллиметр больше 80 градусов. Так, ну а на скорости получается вот такая, наверное, даже 55 нету, то есть 50 градусов только температурка. Там вот то, о чем я говорил, 77 градусов. 50 градусов выше не поднимается.